А кто это к нам идет? Адель. Конечно, конечно. Так, Анечка, принимай. Ты посмотри, какая красота. Да. Мы сегодня летим на машине, Серега. Не едем. Сзади. Это я завязывал. Ну, цветы. Сережа, ты видишь? Там огурчичка. Вот тут мама. Вот туда и туда. Это настоящие? Конечно. Слушай, а почему они такие синие? Сейчас, сейчас. Ну, вот сюда. Нет, мы сейчас такое будем кушать, что... Давайте. Давайте, вот так. С днем рождения. Вот так. Вот так, вот так. Нет, нормально, нормально. Вот это шатоще, таманище. Ну и таманище. Да, шато тамани. Назвучит как, да? Да. Олеся, по машине. Ну это деревня, они сейчас уже его города. Ольга, возьми, пожалуйста, телефончик немножко тоже. Так, я его не выключаю. Да, вот так, чтобы... Вот дверь, бутик дверь. Да. Я вот так, можно? Мани, ты мани, мани, ты мани. Серега, конечно, делаешь. Она любит это делать, да. Я не могу спокойно смотреть. Серега, я поэтому и оделась. Да. Поэтому я и закрылась. Ну что, Анечка, давай, я присоединяюсь к словам Маделины, чтобы у тебя все было вовремя. Все то, что ты хочешь для себя. Мы просто Спасибо. Мы возьмем себе туда.
Вы тоже придаете тут всем отношения вида такого тепла, огонька. Все, так что за Аню. Основном. Дядя. Еще. Ну по-настоящему. Вино Шато Тамань. Привезено нами из города Тамани, которое находится напротив Керченского полуострова. Слышали, знаем. Кто-нибудь возьмите у меня вино? Так. Слушай, ну вообще красота какая. А я так смотрю. Вожделенно. 4. Это что ты там режешь вкусненькое такое красивое? Мясо. Хочу мясо. Мужа. Хочу мясо. Мужа пить. Это кусочек масла. Ой, спасибо. Ничего себе. Дай, берем. Коптился. Зайди там вначале. Заходишь в МРЭО. Адель? Здание. Зашел и направо. Прямо. Это тоже мясо. А мы что, уторопимся куда-то? Да. Конечно. Ой, крас. Ну хоть. Ну давайте и так, и так. А караоке когда? А мы вообще узнали, что там есть рядышком возле нашей гостиницы, где мы с 10 до 6 утра. 4 часа только на уборку.